Ужасное убийство произошло вчера в Москве. Там мать буквально искромсала свою больную дочь ножом. Днем 86-летняя женщина набросилась с ножом на 52-летнюю дочь, которая была больна ДЦП. Пенсионерка нанесла 15 ножевых ранений дочери, та в силу своей болезни не смогла оказать должного сопротивления матери. От полученных ранений женщина скончалась. Пожилая москвичка проживала с жертвой в трехкомнатной квартире. По предварительным данным, пенсионерка услышала некие голоса в голове, сознание старушки помутнилось, и она набросилась на родную дочь. При этом дочь пыталась сопротивляться, но вырваться ей так и не удалось. Тело в квартире обнаружил 62-летний супруг второй дочери пенсионерки. Точные обстоятельства и причины убийства предстоит установить. Сообщается, что пенсионерка периодически злоупотребляла спиртным, что могло привести к белой горячке.